Продолжение романтической мелодрамы о любви, семейных ценностях, спорте и преодолении. Фильм «Лед 3» за неделю проката собрал более 500 000 000 рублей. Впереди длинные выходные, а значит, можно сходить в кино всей семьей. Подробнее в следующем сюжете. Невероятное катание Надежды Гориной делает ее основной претенденткой в борьбе за предстоящий кубок льда. Спортсменка Надя Горина выросла и стала успешной фигуристкой. Теперь девушка мечтает о новой цели, о кубке льда, о котором когда-то мечтала и ее мама. Отец Александр Горин против спортивной карьеры дочери. Боится, что Надя повторит трагическую судьбу умершей матери. Фигуристка? Любитель? Вау! Понял, профи. На тренировках девушка влюбляется в молодого хоккеиста. Отец Нади не верит в искренность чувств парня и категорически против их романа. Дочка взрослеет. Как сделать так, чтобы ее ни в коем случае не потерять, но с другой стороны отпустить. И с третьей стороны быть самым близким человеком и другом. Сложная задача. Но под силом Сани Горина. Посмотрит, там, не знаю, какой-то отец или много отцов. Ну, фильм рассчитан на большую аудиторию. И немножко подглядит, наверное, отчасти за собой. И, возможно, сделает какие-то выводы и чуть по-другому будет относиться к своему ребенку. Главным героям предстоит преодолеть различные трудности и доказать, что даже самый невероятный и недостижимый финал может стать реальностью, если захотеть. Да не может этого быть! Ну вы же мощь! Я буду сама готовиться. Когда поеду в НХЛ, я вас как страшный сон всех забуду. Режиссер фильма Юрий Хмельницкий. Продолжение сняли при поддержке телеканала «Россия-1». Даже прослезился, честно говоря. Ну, все три части «Бомбушка», конечно, бомба, мне понравились. Очень трогательно, милый, добрый, хороший фильм. На мой взгляд, он о любви, о поддержке. Если дается раз жизни, то убери, не упускай. Мне понравился, потому что я смотрела уже первую и вторую часть. Я ждала продолжения очень сильно. Я люблю фигурное катание. Классный фильм. Всем советую. Захватывающий сюжет, яркая графика и много хорошей музыки. Зрители отмечают, фильм учит добру. «Лед 3» можно посмотреть во всех кинотеатрах Югры. Елена Каткова, Роман Турбин, «Вести Югория», Сургут.